Хотел бы сразу обратить внимание, что Государственной Думой давали специальные поручения, которые должны быть решены, и которые комитет сегодня также вынесет на обсуждение. Мы помним проблему ростовских шахтеров, город Гуко, где проблема заработной платы вылилась в совершенно справедливое недовольство шахтеров. Именно тогда вмешательство Государственной Думы позволило начать с шахтерами диалог и поставить вопрос о решении всех этих проблем. Проблемы эти решаются, но сегодня они решаются за счет бюджета Ростовской области. В постановлении дается прямое поручение трехсторонней комиссии изыскать необходимые средства в ходе распределения трансфертов регионов и эти средства Ростовской области выделить.